1 июня Казанский федеральный университет посетила делегация университета имени Иштвана Сечени. В ее составе проректор по международным связям ЛАСТа Имре Камлоши и профессор русского языка Иштван Бакони. В ходе встречи обсуждались самые значимые вопросы, в том числе и вопрос дальнейшего взаимодействия Казанского федерального и университета имени Иштвана Сечени в научной деятельности. Особый интерес вызвал Институт международных отношений, истории и востоковедения. И так они смогли обойти тему, посвященную тому, что русские и венгры тесно связаны своим происхождением. Стоит отметить, что сотрудничество Казанского федерального университета с Венгрией реализуется в научной и образовательной сферах, таких как участие в научных проектах и мероприятиях, совместные публикации, обучение граждан Венгрии по программам академической мобильности. Делегация университета имени Иштвана Сечени в ходе визита также посетила музей истории КФУ и познакомилась с историей Альма-Матер. Кроме того, гости планируют посетить Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт физики, Химический институт имени Бутырова и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.